И вновь с вами Руни, я всех приветствую. Сегодня я буду брать интервью у Арчи. Всех приветствую, на связи Арчи ФНАФ. И сегодня Руни возьмет у меня интервью. Ну что ж, первый вопрос. Как тебя зовут? Мое настоящее имя Артем или же Тёма. Второй вопрос. Ты занимаешься спортом? Раньше занимался, но на какое-то время я прекратил эти занятия. И вот сейчас заново возобновился, вот, и продолжаю заниматься. Третий вопрос. Будешь ли делать айсберги? Да, я думаю, сделаю один айсберг или там несколько. Вообще, у меня был какой-то айсберг в планах, но, к сожалению, я его отменил, даже не помню почему. Четвертый вопрос. Скоро выйдет DLC Руин. Что будешь делать? Ну, посмотрю прохождение, когда выйдет DLC, может, какой-то ролик сделаю. Возможно. Пятый вопрос. Топ-3 твоих лучших книг по ФНАФ. Мой топ из 3 лучших книг по ФНАФ состоит из Серебряных глаз, Неправильных и 4 шкафа. Шестой вопрос. Как ты считаешь, какой ФНАФ самый сложный? Как по мне, 7 самая сложная из всех частей ФНАФ. Седьмой вопрос. Почему именно Спринг Бонни? Почему Спринг Бонни? Да я на самом-то деле даже не знаю почему. Просто в голову пришло взять этого персонажа и поставить себе на аватарку. Восьмой вопрос. Как ты додумался создать помощь маленьким ФНАФерам на Ютубе? По NeoMF я решил создать, а по той причине, чтобы те, кто не попал в состав MFFU, или же попал, но их видео там не продвигают, чтобы они попали на данный канал и вот их видео продвигали. Девятый вопрос. Как ты собираешься развиваться в контенте? В контенте я собираюсь развиваться в сфере монтажа, формате и также в создании превью. Десятый вопрос. Как ты придумал ник? Ник я придумал на основе своего имени. Вот и все. 11 вопрос. Сколько тебе лет? Мне 16 лет. 12 вопрос. У тебя есть девушка? Нет у меня пока девушки. 13 вопрос. Ты любишь мясо? Я обожаю его. 14 вопрос. Во сколько лет ты познакомился с ФНАФом? С данной франшизой я познакомился в 8 лет. Это был 2015 год. 15 вопрос. Планируешь ли ты снимать что-то кроме ФНАФа? Кроме ФНАФа я больше не планирую ничего снимать. 16 вопрос. Ты уважаешь Лоста? Да, я уважаю Лоста. А чего его не уважать-то? 17 вопрос. Как ты считаешь, какой укус был? 87 или 83? Я раньше, когда был поменьше, я думал, что 87 был, а на самом деле это 83. 87 укус — это как бы такая давняя теория, вот. 18 вопрос. С кем ты планируешь делать коллаб? У меня планируется большой коллаб по FNAF 3+. Одним из участников которого является Dexful. Ну и последний вопрос. Как ты ко мне относишься? К тебе, Руни, я отношусь положительно. В общем, на этом все. Сейчас Арчи попрощается и можем заканчивать. Ну что ж, дорогие друзья, мое интервью подошло к концу. Все вопросы закончились. Надеюсь, вам было интересно послушать про меня. Всем пока.